Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Прошли очередные поединки экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею. Гомель встречался в гостях с «Динамо Молодечно». В первом периоде ни одна из команд не порадовала своих болельщиков шайбами. Во втором преимущество было на стороне гостей. Открыл счет на табло Юрий Кокшаров, затем Михаил Прус удвоил результат. В завершающие 20 минутки Михаил Ковалев и Насар Субхи порадовали трибуны двумя шайбами. Нестеров и Печур из Молодечно сократили разрыв, оформив 2 гола, однако шайба Тополя и дубль Кокшарова завершили матч 2-6 в пользу гомельчан. А вот второй представитель области не порадовал болельщиков победой. «Металлург» играл на выезде с «Шахтером». Поединок завершился разгромным поражением «Волков» 6-1. Единственную шайбу забросил «Рак». Следующие поединки пройдут 24 декабря на домашних аренах. «Металлург» встретится с «Неманом», а «Гомель» с «Шахтером». Прошли первые матчи 1/2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. На этом этапе прошло гомельское дерби ВРЗ и БЧ. Открыл счет в матче Евгений Чернейко из ВРЗ на 5-й минуте. На 17-й железнодорожники ответили, и Павел Книга сравнял счет. На 31-й минуте Владислав Селюк забил автогол, который стал решающим в поединке. Матч закончился минимальным поражением железнодорожников 1-2. На паркете Брестского спорткомплекса «Виктория» состоялся финал Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд. Гомельская «Энергия» в матче за 3-е место встретилась с хозяевами паркета командой «Западный Буг». Первая половина игры осталась за Брестом 2-0. Рулевой энергетиков Дмитрий Лихорад изменил схему игры, и гомельчане смогли сравнять счет. В финальном сете они дожали соперника 3-2. По итогу второй для «Энергии» Кубок Беларуси принес бронзовые медали для представителей гомельщины. Серебро у «Минского строителя», а золото у «Солигорского шахтера». Завершилась республиканская универсиада по боксу. В командном зачете ГГУ имени Франциско Скорины обогнал столичный университет физической культуры и возглавил тройку лидеров. Замкнул трио Витебский государственный университет. В личном первенстве в своих весах победили Александр Халаев, Виталий Антипенко и Дмитрий Бальков. Никита Краснобаев завоевал серебро. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».